Устами младенца школьники страны примеряют на себя роли учителей, проводят открытые уроки. Все это часть национального проекта «Образование». О чем дети рассказывают своим одноклассникам и какие плюсы от такого формата занятий? Подробнее Екатерина Молчанская. «165 сантиметров, а он был не таким уж и высоким. Оказывается, для полководца не столь важны физические данные, сколько умение стратегически мыслить. Об истории страны детям рассказывают их ровесники. Такова суть открытых уроков. Одни мальчишки и девчонки участвуют в съемках для обучающих роликов, другие тоже. Школьники проводят на базе этих видео занятия в кабинетах. Ксюша и Алина, ученицы 9 класса, очень нервничали, понимая, что читать лекцию им придется ребятам постарше. Но оказалось, это напрасно. Все активно включились в работу. И по их взглядам, потому по их активности, как они отвечали, как они обсуждали те или иные вопросы, моменты. Можно с уверенностью сказать, что все-таки в голове у них что-то отложилось. И они точно пройдут тест по данной теме на 5. Эксперты уверены, благодаря такому подходу персонажи исторических событий превращаются в реальных людей. Играет роль необычность формата и оригинальность подачи материала. В этот раз тема уроков — Александр Невский. Александр Невский – это полководец, он был дипломатом. Были битвы на Неве. Какие-то даты там, прочее, я для себя смог подчеркнуть. Программа уроков, разработанная экспертами, учитывают возраст школьников. В каждой теме есть пособие для занятий как со старшеклассниками, так и с теми, кто едва научился читать. Меня зовут Виталина. Я из города Хабаровска. Я познакомлю вас с маленьким героем нашего района. К тому же подобные уроки помогают педагогам и подопечным лучше понять друг друга, особенно детям. Ведь часто они не представляют, какая ответственность и какой нелегкий труд быть учителем. Всегда смотришь на учителя со стороны и не очень понимаешь, как вообще он готовится к уроку, как он себя чувствует, когда проводит его. А когда погружаешься в это, то понимаешь, что профессия действительно очень сложная, она требует много внимания. Помимо этого, в рамках проекта «Открытые уроки» также проходят образовательные онлайн-трансляции, подключаться к которым имеют возможность все школы страны. Для нас измерителем являются не только прямые трансляции, которые проходят на сайте Института воспитания, но также и активность детей, да, вовлеченных, собственно, непосредственно в просмотр. Но если все же говорить о статистике, то формат набирает популярность. В рамках национального проекта образования в прошлом году было проведено 8 открытых уроков. Количество просмотров приближается к 10 миллионам. В 2021 было выпущено уже 6 занятий. Их посмотрели более 4 миллионов школьников. От изучения космоса до истории побед великого полководца. Вся информация, своего рода инструкция для проведения необычного занятия, а также записи трансляции можно найти на сайте открытыеуроки.рф.